Когда в мире доминируют лицемерие и искусственные понятия толерантности, очень важно не забывать о таких простых и благородных чувствах, как любовь, уважение, благодарность, дружба. Ведь дружба тем и хороша, что можно говорить искренне. В предновогодние дни в Несвежском замке состоялся форум сообщества журналистов и блогеров Беларуси и России «Друзья-сябры». Новые лица, новые вызовы и новые решения для союзного информационного пространства. У журналистов Беларуси и России сегодня была одна большая совместная тема. Это создание союзного информационного пространства и наполнение его реальными смыслами. Если журналисты между собой могут так предельно откровенно обсуждать и проблемы, и задачи, тем качественнее будет итоговый продукт. А мы в качестве такого большого финального продукта хотели бы выйти на Ассоциацию региональной журналистики союзного государства. Одним из ярких моментов форума стало вручение наиболее активным участникам сообщества «Друзья-сябры» памятных супрематических матрешек. Данная матрешка своего рода символ идеи коллективного творчества, а также новых форм существования средств массовой информации. Принято подводить итоги в конце Нового года, и хотелось бы от вас услышать, каким был этот год лично для вас. Вы знаете, я вот у себя в программе тоже рассказывал, что для меня самое главное, что 2021 год стал временем, когда белорусская пресса после сложного 2020 года поняла, что мы можем не только защищаться эффективно, но и эффективно атаковать. Это поняли и наши оппоненты. Я думаю, что по-другому посмотрели на работу белорусских журналистов. Ксения Лебедева, Мария Петрашко, Гриша Озаренок, СТВ. Ну, телеканал УНТ я так с большего скромно промолчу, но я бы отметил, конечно, своего руководителя Марата Маркова. Телевидение открылось для меня внезапно. Это очень новая и интересная сфера. Есть планы на будущее, есть новые проекты. Очень много новых людей, новых лиц появляется, активных, что меня очень радует. Для того, чтобы остаться в сознании, в памяти массовой аудитории, нужно либо быть очень красивой женщиной, либо очень умным мужчиной. Счастья, здоровья, успехов, процветания, благополучия. Хочу, чтобы этот год был счастливый, удачный. И пусть все наши пожелания сбудутся, а наш город становится еще краше, удобнее. И на лицах у наших минчан будут только улыбки.